твой любимый цвет? Красный. Твой возраст? 14 лет. Твое любимое блюдо? Суши. Что тебе последний раз снилось? Море. У тебя есть друзья? Нет. И чё? Ну что я могу тебе сказать? У тебя очень большая проблема. Какая проблема? Ты лишена социума. И что это значит? Это значит, что тебе нужно больше общаться с людьми. Ну, в последнее время в моей жизни стало намного больше людей. Ну, возможно, это даже на пользу. Прошу прощения, могу я убрать в этой комнате? Да, конечно. Я в шоке. От нее нигде нет покоя. Ну, зато хоть везде порядки наведет. Угу, она такие порядки наводит, что потом ничего не найдешь. Кстати, а что это у тебя? А, это мой блокнот, в котором я записываю все странные вещи, которые происходят вокруг нас. Угу. А это что за книга? А это моя самая любимая книга. Здесь рассказывается про людей, которые борются с потусторонними силами. С какими силами? С теми силами, которые мы, обычные люди, не замечаем. Но вокруг нас их очень много. Например? А что, если я тебе скажу, что я в твоем доме нашла кое-что странное? Ну и? Вот, держи. Посмотри внимательно. Подожди, а это не может быть фотошоп? Настя, ну ты подумай, зачем мне тебя обманывать? Присмотрись внимательней. Ну да, в принципе. Похоже на правду. Ну а теперь ты мне веришь? Слушай, может, давай спросим у горничной? Она находится здесь круглосуточно и ходит по разным комнатам. Может, она что-то видела? Ну, давай попробуем. Стой. Подожди, он же был закрыт. Закрыт? Ну да, мы уходили, он был закрыт. Выпал, наверное. А вы что здесь делаете? Скажите, вы этот чердак открывали? Ну да, я убирала там. Сейчас буду его закрывать. Скажите, а вы ничего странного там не видели? Да нет. Коробки какие-то со старыми вещами. Пыль с паутиной, которую я повытирала. Девочки, что с вами? Да нет, ничего, не обращайте внимания. Теперь Люси и сама услышала доносящиеся из гостиной приглушенные голоса. Они торопливо бормотали, что-то перебивая друг друга. Даже не знаю, мне все равно как-то не верится. Мне кажется, это какой-то бред. Не веришь? А мяч, думаешь, сам оттуда выкатился? Ну а почему нет? Горничная сама сказала, что там убирала, может, как-то зацепила, вот он и выкатился. На то он и мяч. Надеюсь, но что-то в этом я очень сомневаюсь. Девочки, я должна вас ненадолго покинуть, но я скоро вернусь. Настя, закрой за мной дверь. Ладно.
Саша? Thank you.